Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, дорогие мои друзья, я расскажу вам волшебную практику, как оберечь свой дом. Заговор оберег. Также это очень интересная вещь, которую вы можете сделать в волшебный день Рождества. Чтобы защитить свой дом от беды и несчастья, необходимо совершить следующий ритуал. Садясь за рождественский стол, произнесите следующие слова заговора. Слова эти оставлю, конечно же, в описании к этому видео. В волшебную ночь Христос рождается, благодать на землю опускается. Мой дом защитит, от беды убережет. Все плохие помыслы развеет. Слова эти необходимо повторить 3 раза подряд и лишь тогда приступать к праздничной трапезе. И будьте уверены, что ваш дом до следующего сочельника и до следующего Рождества будет защищен. Надеюсь, вам понравилась эта практика. Пишите в комментариях слово «благодарю», если понравилось. Не забывайте поднять пальчик кверху, и кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам мира, добра и счастья. А главное, верьте в мечту. Мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно. А с вами была я, ваша Светлана Веда. Пока-пока!